Знаете, лидерку, короче. Что-то моя тая нету. Все, это тыкать все. Так, что это получается, блять? Опять на фласке, да, выкишеливаться. Так, сейчас я тогда эту хуйню пораскидываю пока, блять. Посчитайте, сколько миликов и сколько РДД с хилами вместе. Танков не считайте только. Вон, я вижу, 3 мили фласки осталось. Ладно. Так, получается, что, 5 хилов? Раз, два, три. 4, 5, 6, 7, 8, 9. Что-то, блядь, странная хуйня какая-то. Ну-ка еще раз. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Он что-то лопнулся. Тому этой. Да. Ищите пока челика какого-то. ДДшку. Лучше синтека в этой. Малдихил. Он есть Эзерил Серж у нас. Хотя, хотя нахуя я ДДшные ставлю? Сейчас нам сапроты надо будет, считай, мы убьем. Надо сапроты, да. Ладно, пока... Полиповер сами настраивать, у меня галка стоит, там сами шарить, менять. А чё натуралайз в этом? Блять, уже сняли все. Так. Солка пойдешь. Это есть у кого-то на сапроты реги? Эти как они называются? А что надо, огница? Ну там да, что там в рецепте, посмотрите, огнецвет. Лист и ползучий кошмарник там надо, по 4 штуки. Вот ну там. И колба 2. И если вдруг трава есть, или что-то, короче, надо подделать сапротов. Я могу прилететь с аукциона снять, у меня там где-то 120 такое есть. Короче, я буду сегодня это, сегодня поделаю, там что это. Слетать, взять. Да, сейчас не надо, сейчас-то есть сапроты на рейд. Ну, на следующую неделю подготовить надо. Так, я что-то считать разучился. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Войт. А. Слышишь, можешь местами поменять второй рейд ЦЛК? Ну, ЦЛК на воскресенье. Так, теперь еще раз. Второй рейд с первым поменять местами? Не-не-не, смотри, получается, что у меня, а, что у ТТГ, ТТГ с ГМХМ в субботу, а воскресенье... Да-да-да. А что у Бигдема? Да, да, да. Короче, что у меня, что у Бигдема, получается, только в четверг нормально. Либо в воскресенье. Да. Ага, в субботу... Ну, хорошо. Сейчас поменяем. Получается. Там, короче, есть ДК, этот, Эзер Релейзер, ну, короче, вот ФДК, вот, у него часок времени есть. У меня 40 минут осталось. Слышал, Войд, да? Да. Чё там, у ДК какого-то, чего-то там. Ну он раньше с нами играл, да. Просто отъезжал, уезжал. Вот, Эзер Лейзер, вот, вот этот. Он ФДК, вот. Он был в отъезде, вот сейчас приехал. Ну, он сейчас, типа, вот на часок написал, что можно пару боссов зайти. Ну на часок я даже не знаю. Ну чё мы, блядь, два раза выпнемся, и он идет просто. Так. Надо кто-то понадежнее. Вот Пал ушел. Я не помню, видел я его в рейде, нет, так я тебя пока в хила закинул. Листа сюда, призана сюда. А, Вар Эдма Армс 256. И что, он пойдет? Он умеет играть? Ну, спасибо. Он написал, да. ХЗ.
Тактики, знаешь? Тактики, хуяктики, это все, что у него там. Так, короче, будут сопроты сегодня. Что-то я, блядь, не понял, нахуй, что я насчитал вообще. Так, вот, 4, 5. Написал, что примерно знает. Ага. Так ну... что, если что, примерно вайпану рейд, да? Ну, к тому же он армс, он маленький физдамаг хапнет. Блять, поставьте еще кто-то ГБ, исчезают ГБ, блять. Кто-то ебаните одно, один гельбанк. Да, стоит. Так. Да, кстати, ни одного мага нет. Где два носка? Написал, что не должен вайпануть рейд. Вот, Владос мне ничего не ответил, ему в этом... Да, два носка же вчера вроде говорил. Мне не нравится, типа, это вайпаться. А кому нравится? Ну вот, Адма написал, что не должен вайпануть трейд, так что можно, не знаю. Ты лидерки у всех забрал, так что приглашай сам. Все. Так, мы накинул приглашение. Давайте шкаф, ребят, уважаемые. Ебать, сколько? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, четыре, пятнадцать, 16 на 50. Это сколько? 160. 800 ткани пустоты у меня сейчас. Сейчас сопроты пьем. Это кто, ПС? Ну, сейчас можете не пить, сейчас можете с ДДшными, с ЛКшными быть. Так. Ты вот. Хотел сказать с БКшными? Ну, если есть БКшные, если нет, то это самое. Сейчас просто, что, тухлый гнилой, там, да на совете уже можно сопрот ебашить. И на лане по-любому сопрот будем, чтобы жить получше. О, сопротики. Так. Ну, короче, в демоне пойду, но я, блин, не знаю. Да похуй. Это, демон это заебись. Это для всех РДД заебись. Валкар тем более заебись дамажит. Сейчас буквально секунду. Рыбу я поставил, жрите. Я пока на ХП выпью. Кушайте, мои родные. Кушать подано. Садитесь жрать, пожалуйста. Так, все, что там по готовности у нас? Кто там танчится? Вингрен, да? Да. О, зато сегодня рарник есть. Ну, два носка нету у меня. Ебать. Рарник, обнови 7 каски и хулипал МП5 раскидай. Полипо, верю, мне свободное назначение. Так, меточки, меточки вам. Рад. Крест. Так, получается, что, бидон. Квадрат. И синтек, наверное, крест. Вот ваши меточки. Одно под босса, по одной в меточку, знаете, да? Это вар адматы в дисе? Да. Ага, хорош. Все, принимаем готовность. Я первый, как обычно, там. С это. Напоминаю, там стойте по разряжению, блять. Блевать должны 3 человека, не 4, не 5. Если хил клюет. И смотрите, когда босс вдыхает эту хуйню с пола, там 2 стака он вдохнул. Когда последний раз он вдыхает, по танку дохуища дамага будет проходить. Хилы. Не только хулипал занимается танком, а вы все впятером занимаетесь, в частности. Так что синтек, бидон, присты, 2 приста, особое внимание. Если танк упадет, это пиздец будет, нахуй, позор, блядь. Так, ну все готовы были, даю отчет. Под одной ногой стойте. Дебаф, давайте поправим, начнем. Милики, а кто это говорит? Кто, Холидринг или кто? Да, да. Давай, вот тебе этот самый, как оно называется. Давай, чё, блядь.
треугольник, чем-нибудь хуй знает такой. Леха, поанонсишь? Или Миша? Ты же будешь водить. Если спадет, короче, метка, этот вот тебе ассистент повешаешь. Сюда я чёрт. Я понял, блядь. Чё мы так пуляем хуёво? Давайте герб сразу. Станьте милики одним компом. Пельмень. РДД. Вот одна под босса, одна в квадрат, одна в крест. Мили. Под босса ближе, блядь. Не на всех сейчас попадет на танками. Он нормально попал. Бать лагает. Мили. Что-то смотрите это. Шупы у меня. Так, блядь. Трите осторожно это. Бидон, давай волну кастуй побольше. Через раз цепуха, волна. Бидон блюет. Это Holy Drink, Рарник. Вот на войде спора, остальные две крестик квадрат. Holy Drink, Рарник, по войду, по действующему танку играйте. Кто, блядь, поднес из от миликов? У миликов танк на мне, спора, не видишь? Вот я в центре под боссом. Пельмень. Мили. Сейчас сдохну, блядь. А не, в РДД полет. Рарник с холидринком играйте, флешками по войду иногда. А то ХП просаживается. Помощь хилам была небольшая. Бидон с пельменем стоит. У него каст 8 секунд, блядь. 4 тела блюют. Ну, захильте третью пати. Пельмень. Так, кровь вампира отдал. Хильте хорошенько сейчас войда. Ближе подойди, Слава. Ага. Давай через 3 секунды каплю по мне. Все, давай каплю. Пельмень. Словили, нет, что-то не вижу. Не словил, дай похуй, не зыбку отдам сейчас. Готовься, наверное, не зыбку. Пельмень. Не зыбку, это давай, сокру. Ай, блядь. Забирай. Ага. Пельмень. Че, никак не... А, там блюют 3 хила. Ну, захиливайте. Волкара не уроните. На хп читаю. Да уже поздно. Это... Пельмень. Бидон, ставь тотем. Миловица на хп давай. Да что-то пиздец вы не захиливаете нихуя. Пельмень. Рави с Тресой Волкара. Водикон Песа Ресой. Синтек Ресой Мэтфокса, Мэтфокс Мордаута. Пельмень. И те, кто ресаются, захиливайте их. Мэтфокс Иннер по Синтеку. Ну где дальше? Мэтфокс Мордаута. Пельмень. Кто там не реснул, блять? А, Равист. Да. Равист Валкара, Синтек Мордаунта. Равист, давай, пельмени, Валкара. Мили, перебежали под право. Вот эту хуйню пельмени вы должны без анонсов смотреть. Блять, Равист, ты тут? Нет? Он диси? Чё он не ресает? Не знаю, хватит ДПС или нет. Минута 15. До берсы. Равист не ресает. Пельмень. Вот Волкар реснулся, захильте. И там блюющие люди, их тоже надо захилить. Так, хилы, переключаемся на Войда. Забираем. Мили, перебежали. На Войда перевешивай частицу. Все, захиливаем Войда. Сейчас незыбка есть. Пельмень в РДД. Да, убьем. Да, да, да. 30 секунд еще до берсы. Нормально. Ну то, что падаем, вот эта хуйня нахуй ебаная, блять. Ну да. Посох. 4 бэра. Посох неплохой. Кисти рук. Крит хоста. Ботинки, ботинки, смотри. Ботинки, ботинки кайф, да.
Ча будет, блядь. И осколок. Посох обоссан не надо кому-то? Почему? Он хороший бывает, посох на кота. Да, им же скорость не нужна, да? Вы хотели сказать на ханта? А, ну да, на ханта. Да я друлька ни разу не играл, но не знаю, что он может. Вот это санина надо кому-то? Скорость, крит, ух, ух. Пас. Это же раньше ретрики носили, да, на ЛК? Блин? Да, было дело. А сейчас нонсет, плечо, с ТТГ. Ну да. Бисовые тапки. Смотрим, кто же у нас там первый. Песа ГЦМ. Владос отписал, что он, короче, не может. Да, Москва. Ну, да, сейчас, секунду, Москва дам. Это кровь нужна кому-то? Есть в рейде у кого-то квест на кровь? Давай, да. Давай. Там для посоха всем надо кровь. Песа. Все, давай другим. У Песа же есть, да, посох? Я забыл, я же Песа отдавал. Да, Песа. Сейчас. Так, сейчас даю тебе эту хуйню. Ой. Так, завтра кто во сколько играет? Я хочу завтра поиграть днем. И на десятки сходить. Может быть, ГМ обычку, блядь. Какого-то винка провогонить. Вот это во сколько, имеешь в виду? Ну, там с 10, с 12 до ПМСК. Я хуй знает, проснусь. Ну, с 12 еще. Че, она до меня вылезла так? А, вот все, нет. Ну, там себя ищи, да я давай. Отдать лут бесплатно. Так, смотрим, кто у нас на РНЖ боеспособный, блядь. Три пристава уже радует. Мага нет, это хуёво, слово есть, ладно. Хант есть. Только к десятке? Просто стоишь, слизней подводишь? Не, ничего не подводишь. Сейчас я метки расставлю. По два человека в метку. Вот тут, все, кто... Вообще все должны тут сопрот выпить. Ну, вообще стопроцентно должны те, кто на РНЖ будет стоять, это стопудово. А вот насчет тех, кто в центре, ну не знаю, можете не перепивать пока. Вот на лане стопудово надо. Но опять же, если будет этот блевота... Не, ну мы там будем забегать в этот, как он называется. Скажи мне, блядь, под спину босса, чтобы не вайпануться. Вот, к примеру, вам ориентир. Если босс стоит в центре, да, вы находитесь в красном кружке, вот в этом малюсеньком кружке, который черный, на который я красный поставил. Вот, и когда момент взрыва происходит, вы вместе с боссом просто перебегаете в квадрат. И все. Главное, не стойте, чтобы... В квадрате. Да, не стойте в квадрате. Ну, то есть... Во время взрыва. Разряженно нельзя находиться. Вот взрыв, он говорит, идет 5-секундный каст. Вот. Он сначала говорит, я сделал как, потом надо выбрать слизня в цель, увидеть, сколько времени каст идет. И вот как только каст закончился, это значит, слизь из слизня вылетела, и она прилетит в те места, где вы стояли на тот момент, когда каст закончился. Вот. Если в этот момент вы стоите в кресту, и я говорю, перебегайте в квадрат, и лучше того, вы еще сами перебегаете в квадрат в этот момент, то вы 0 урона получаете. Потому что радиус взрыва одной слизинки, которая выпадает с слизня, они 25 штук выпадают на каждого человека по одному. Вот она вот именно вот такой радиус, как у вот этой кружки, у этой звездочки, блядь, то есть вот этой хуйни, у этой метки. Вот, и все, вы никогда не будете дохнуть на взрывах. То есть взрыв нам не страшен. Ну, тем более, он тут будет один, максимум два, не знаю. Вот, теперь по расстановке. Так. Два где-то будет у нас, два. Че тебе даваки? Третья ячейка. В банке, поставьте банк. Значит, так, звездочки у нас стоят. Песа и Шалфир. Это ваша метка. В кружке будут стоять Мордаунд и Мэтт Фокс. Вот Фокс, ты зайдешь? Да, там. Так, в ромбике будут стоять Вадикон и Равист. Вот. Вадикон и... Не, сейчас подожди, подумаем. Вадикон. Так. Как бы, блядь, замутить-то нахуй. Да, Вадикон и Равист.
А в этом, в треугольнике будет стоять Валкар и этот, и Довокин. Он по РДДшникам все. Так, теперь какую рокировочку сделаем? Что у нас звездочки? Песа и Шалфир, да? Так, Шалфир, ты теперь стоишь в треугольнике, в треугольник перебежишь, там будешь стоять вместе с Довокином. А Валкар перебежишь звездочку. Приняли? Мистери, ты под боссом, ты демон. Так, значит, звездочки Валкар с Песа, а в треугольнике Шалфир с Довокином. Смотри там за Довокином, там хилку какую-то давнюю. Ну, я не знаю, просто это самое. Ты еще с ним в пати, нормально будет подхиливаться. Частица, значит, на Довокина. Это самый слабый юнит у нас. Потом что? Все остальные... Можешь объяснить? Что? Что здесь делать, Ранджа? Я в мире только стоял просто. Просто бьешь. Смотри, выпадает лужа. Она вот с двух кранов выпадает, лужа. Вот здесь вот выпадает лужа. Ты такой стоишь, ну, допустим, вот здесь. Просто отбежал от этой лужи. Все, стоишь, дальше бьешь. Если у тебя в РНЖ там Валкар или кто там с тобой стоит, просто один вот сюда встал, один чуть впереди встал. Главное вот за этот круг сюда не заходить. Вот это вот максимум, что вы можете. Вот сейчас на 7 метку, да? Вот максимум, что вы можете зайти вот сюда. Типа дальше нельзя заходить. Вот допустим, ты тут стоишь, ты такой перебежал от лужи, он вот здесь вот стоит. Вот. Лужа здесь разливается, перебегаете аналогично сюда. И сюда, и все, так и стоите, так и бьете. Что нужно делать, когда вас блюют? Во-первых, так, я их по пати там не раскидывал. Короче, кто на РНЖ? Давай Мэтт Фокса еще сюда закину вместо Роги. Вообще диспельте, кто там будет диспелить у нас? Геншин, ты будешь диспелить? Не знаю. Давай ты, Бидон. Просто диспелишь и все. Ну, помимо этого, еще поставишь тотем. Так, давай призана вот. Ладно, похуй. Поставите тотем, просто очищение, все, пускай он диспелит. Со слизнями никуда не бегайтесь, только если попрошу. Так, Лингрен будет на боссе. И самое главное, когда вас блюет босс... Те, кто на РНЖ стоят, 8 человек. 9 человек я. Если вдруг кто-то упадет, это... Хилитесь. То есть сова дубовую там отдаешь. Если видишь, хуево прям... это... Себя хильни там пару покровительств. Потому что, ну, хилы будут вас прохилить, но будет не хватать. Вот. Присты там, в принципе, можете бить. Вы это, от хилом своим. Надо выкинуть частица. И эту, да, и как она называется... Бидон. А щиток пускай на Лингрене висит тогда. Ладно. Так, все. Так, что я забыл еще, блядь? Рыбу надо вам, нет? Вот рыба. Что-то, блядь, забыл. Ну все, со слизнем я бегаю, там багаю как могу. Вот, насчет это. Те, кто остальные под боссом. Все хилы, милики, кто там и мистери, кто под боссом стоит. Ваша задача на момент, когда слизень взрыв начинает кастовать. Главное это заметьте. Если вдруг я проебусь, там не скажу, что это взрыв, типа. Ну, мы должны, в принципе, заметить. Крикните просто взрыв. И все. Сразу, пока что взрыв, не бегите сразу в квадрат. Убедитесь, что слизень докастовал и слизь в воздухе летит. Вот, и как только он докастовал, можете сразу передвинуться в квадрат Лингрен вместе с боссом. И все, дальше, если босс начнет блевать, просто за спину боссу зайдите. Это спасет вас, и все. Там будет и незыбка, и гимны на ХП. Геншин с Миловицей на усмотрение первые гимны сдаете, остальные после них, если вдруг будет второй взрыв, Шалфир и Мордаунт на свое усмотрение. А ПС, если попрошу, если покажется, что хуево. Все, проверка. Сейчас, 10 секунд. Все готовы, даю отчет. На пул, на Лингрена. 4, 3, 2, 1. Геру сразу давайте, похуй, не будем ее экономить, нахуй, это еще подохнет половина, блядь.
Тут тоже обливать больше трех людей не должно. Нормально. Вышли с этой хуйни. Ебать, вырубите свою подсолнуха ебаного, блядь. Кто там, блядь, с этим петом, блядь. Жопа с него горит почему-то. Поет как уебок, блядь. Так, как же забагать, блядь. Я, короче, не знаю нахуй. 3 стака пока. В принципе, вы сносите достаточно быстро. Немножко больше ДПС и все, один взрыв будет всегда. Сейчас еще экзекутка скоро будет. Вот эти маленькие на вас РДД стоят, не бойтесь, просто стойте и все, и бейте дальше. Ничего не сводите. Большой подвод. Ага. Я блюю сейчас, секунду. Так, ну и как забагать-то, ебать? Мы попробуем этого съест. Да, он его съел. 3. Ну, 3 типа так и осталось. На нем и было 3. Нормально. Прорвемся. Маленькие вот эти пускай на вас стоят. Ах, не надо. Так, большой. Как сейчас его забавить? Я не знаю. Лучше подальше попробую отвести, может как-нибудь. В это взрыв готовимся. Сейчас стоим в кресте, пока стоим в кресте. Все, пошли в квадрат, пошли в квадрат. Даю незыбку. Ничего, пускай. Шалфир с миловицей на хп. Этот Геншин с миловицей на хп ебаните. Быстрее. Вадикон, Реса и Давакин. Тут лужа. Выйдите с лужи. Мирдаун, давай на хп, давай рейд просел что-то. Вадикон, давай на лесни. Вадикон нашел его, нет? Да, еще больше. Он типа напротив прям меня, не бежать через весь рейд надо, чтобы его резнуть. Ну да. Я просто не могу понять, кто там ближе к нему стоит. Ну кто ближе к нему стоит, ресните. Ну ресни, если ты достаешь. Блин. Синтек Берри. Все. Вставай, захильте Давакина, частицу ему обнови. Самое главное. Че там, хуйня по боссу осталась? Он большой, кстати. 8 лямов. Играем дальше. Сейчас вот слизи, не знаю, сколько там стаков будет. А че вы? Это на рейндж выходите, два приста, синтек, выходите на рейндж быстрее все. Иначе сейчас... Так, Равист, Реса и Шалфира. Пока что. Себя прохиливайте. Фулл ДД босса. На босса хуя, эти два ляма должны добить. Равист, Шалфира, Реса.
Блять, кого-нибудь резайте просто, это самое. Тоже не надо. А, все, да, не надо. 500 успеете добить. Все хорош. Как травма, вы сдохли? Сейчас, как вы сейчас сдохли, нахуй? Да ой, это мне, блядь. Опа. Травма. Шпаролем, да? Как вы сдохли, Шелфир? Как вы сдохли, блядь? Расскажите мне, блядь. Блевали? Брызги? Не, ну вы еще что-то одновременно вместе либо блевали, либо в луже стояли. А, и да, и блевотина от двокина. Типа да, вы... мы это хорошо. Резаем, ребят. В кучку собрались, да. И решили поблевать все вместе. У вас этот синтак заберет травму первую. Да. Хорошо. Бля, зря я пуху чарил. Ладно. Сейчас еще раз. Ребята, кто квест там делал, на чуму? У меня две заразы, пойдемте сдадим. Вот тебе. 100% пацан нажимает. Серьезно? Ну-ка, сколько восстановил это? Пришел, так, просто первый раз рейд, 100% нажал и все. Ну, берите квест тогда, берите квест, кто не взял. Я подожду здесь. Не буду пока подходить. И не подходите. А можно еще этот квест этот предложить? Не знаю, он, что попробовать. Он не шарит, а его только... Не, он не шарит. По-моему, сделали в этом деле уже, нет? Не, ну кто не делал? Сейчас, Леха, подожди, дай костик взять. Я не помню. Он, наверное, в прошлой неделе у кого-то. По-моему, в обычке я делал. В обычке, да. Делали. Да, мы в обычке же делали. А в обычке никого было. Ну, я-то не делал, я с вами не ходил. Там это, там осколок еще. Да. Все? Все, кто надо, взял? Я, короче, подхожу. Давай. А че Паса кричит? Нет. Ну, там Миловица спрашивает, типа, хилопушка идет тому, кто 90% времени в сове. Да вот где в начале, где я, ну, портал. Он в сове, когда... А, что, она ушла, типа, с рейда из-за этого? Да? Ну, опять началось, блядь, истерия. Не, это уже никуда не идет просто. Либо пусть она ходит с нами и не обламывается, не кричит на всех «я хочу», либо... Пусть дальше психует. Смысл в таком человеке. Что случилось? Да. Ну, человек ушел из рейда. Из-за того, что травму забрали. Угу. Так, ну так пусть копит приор и забирает. У нас ГП. В чем проблема, я вообще не вижу. Да. А что, ну, там же у синтека же приор выше был, да? У него мейн эрдру, ну, блять. Да. Я еще могу понять, что ровист сова, потому что, ну, он совую реально опять. Давайте трэш почистим. Синтек послабее, чем ровист сова. Поэтому у него пока что мейн эрдру. То, что их там да есть. И как бы мне шмотки тоже не лутают на сову. Я понял, блядь. Еще и она офнулась, да? Ага. Блять, хули 300 гп, блять. Вряд ли она пойдет в следующий раз, скорее всего. Мне похуй. Ну, такие люди не нужны просто. Ну, смысл плакать из-за какой-то шмотки, это же игра. Это, блять, ну, не то, что там в жизни что-то случилось. Ну, это да. Это ты понимаешь, я понимаю. Кто-то не понимает. А что, она на ДЦшника травма заходит, что ли? Ну, да. На поле, когда на ДЦ. Так она в ДЦшнике играет. Так она получается раскидывает щиты, и травма так срабатывает. Она и говорит, ребята, я хочу в холле бегать, она же сама говорит. Ну и что теперь, блядь, я вот в АДК хочу, давай я ШМ буду собирать, нахуй. Ну, типа, надо же понимать. Ну, она не понимает, вы-то все понимаете, я думаю, эту хуйню. Синтек получает, потому что у него ПР, во-первых, во-вторых, у него мейнердру, блядь, вот и все. Вопросов нету. Просто из-за того, что у нас нет постоянного ДЦ, она вынуждена бегать ДЦ, а так она холиком хочет быть. Ну, типа в два приста играть. ДЦ плюс холик. Шаман, эрдру и холипал. Я такой тоже ДЦ. Дохуя что хочу, нахуй. Если у нас нет постоянного ДЦ. Он, Геншин, только я Геншина редко видел, он
Вот, может, последнюю неделю или две начал играть. Ну, да, в смысле, последнюю неделю или две начал играть? Ну, я не знаю. Валькира, Валькира, не, я... Ни одной недели просто не было, Валька, потому что Валька. Я занят был и все. Может я хуёво забыл. Я блять веду. Давайте Вальку забьем. Это, покастуйте Валю, по ней. Валю. Я какого кастую? Да, покастую. Танки, соберите всех, соберите в кучу. Да, собираем. За Google можешь завести, чтобы они все подошли. А уешьте эту хуйню. Не, может, я хуёво запоминаю, я просто, блядь... Что-то одно бывает, видишь, у человека так мозг устроен. Что-то хуёвое ты запоминаешь, а что-то хорошее не запоминаешь. Ну, почистите всякое его превращалки, всякие эти. Страждущая душа, блядь, хули он там делает? Да, блядь, отвратно, честно говоря, отвратно, блядь, когда люди так относятся, блядь. Мы тут сидеть должны теперь 24 и потеть, нахуй. А чё 24? Ну так-то, блядь, похуй, но... Это, блядь, она в любом случае, не она бы забрала, бидон бы забрал тогда, это... Тоже верно. Да, он наш шаман, мейн. Это, я говорю, это игра. Или вообще похуй, можно любым телом залететь. Чё, кто залететь хочет? Лок хочет. Давай, залетай, ёбаный в рот, блядь. Так я в игре давным-давно, уже жду этого. Так плюсуй, блядь. Залетай, только не от меня, да? Ха. Ну вот мордаун-то нашёл. Безусловно, за 200 пошли. А мне спекнешься, да? А я не знаю, да, ну да, да, в пятого спекнешься. Сейчас посмотрим. А кто у нас Геншин? ДЦ, да, у нас? ДЦ вроде, ну. А, я ДЦ. Все понял, че. Сейчас, короче, главное вот здесь не проебланить, хуетой не позаниматься, блядь. В принципе, как я там танчил? Я двоих танчил? А, не, я Келя буду танчить. Нет, ты Келя танчил. Я ебал на двоих летать, блядь. Ну, короче, там по сакрам этот, вон еще тактик слева. Давай. Суманите его сюда, блядь. Тактика вот эта. Мастера гриппа. Этот, как он называется? Там будет могущественный выхарь на Валанере, блядь. И считай, вот он бывает либо один, и потом он второй не успевает, либо один успевает и второй успевает. По-моему, он потом два будет успевать кастовать. То есть в начале открытие свое и в конце. И ты, короче, давай вот эту правую пачку. Ну, я на первую сдам массакру Лингером. Да, а на второй вихрь всегда и наверное. Там откатывается оно. Да. Вот. Мы заново так циклично даем. Частицу обнови там 3 секунды. Бля, ой, ёпта мать, нихуя. Да, гнев. Вот это хуйня, это в принципе, ну... Вихрь это что, это физуха? Ну смотрите, опять же, эта хуйня минус 20% урона, она не сказать, что... Сложила танка. Ну, еще не знаю, что у меня получится, блять. Примораживайте, хули, у меня таунт КД 8 секунд. Все, все, резаемся, стоим, не агрите только. Давайте сейчас еще там суманем людей. Вот, давай, Шалфир, законтролишь вот этого пидора, вот это квадратного. Ну лучше скажите, вы сейчас где? По большей части. Я лежу, ты на крови. На совете. Ага. Приконтролишь. А то он заебал, он будет рывки эти делать свои ебаные, блять, откидывать всех. Натыкните на шкаф. Сейчас серьезно. Да точнее один. Сейчас надо определиться, кто будет бить эти. По телу. По телу, это 300 IQ надо, я не умею. А где ты валяешься? На лестнице. Господи, встань, у нас шкаф тот, мы тебя быстро, ну, да, суманем. Зайди. Да, не иди, да, давай, заходи в инст. Тебя суманем. С тобой еще бежать туда надо. Все, тыкайте, суманем. Квадратик, короче, зашаклишь и заходите сюда за звездочкой. И первого этого пидора сливаем. Давай, шакли квадратик и остальные гриппну. Советника первого. Ну шакли, где ты там? Ну я прожал, у меня ушло на КД в что-то.
3 минуты. Бак какой-то. Ой. Я не то сделал, ладно. Пускай в корнях постоит. Лучше, чем... Реги есть? Гнев сдал? Да, реагент, конечно, сделал уже все. Половый гнев. Хорошо. Короля бича. Шалфира чуть не отпиздили. Смотрю, лейтенант в тучку смотрит. Так, также зоны делим на три зоны. Кинетики всего три активные. Так, где там, блять? Ну, центральная зона. Зона без резона. Потом, блядь, боковая справа, боковая слева. Где, блядь? Тут? Тыкните. Так, теперь по зонам. Кто где, блядь? Кто бить изъявит желание кинетики? Кто на этом уже специализировался, блядь? Не знаю, как Мэтфокс, ты это сообразишь эту хуйню? Ты самый лоу ДПС ищи. Давакин, ну ты центр, ты центральный игрок, блядь. Мэтфокс, тогда ты кружок. Ты кружок. И третье тело просто нужно, которое, блядь, будет... Так, 5 хилов в хилах. Блядь, может в хиле кто-то... Может Синтек, ты сможешь побить в вердрушнике? Хотя, блядь, ты в вердрушнике заебись похилишь. Самое главное, кто кинетику бить будет, ставьте заклинание первого левела и поехали. Блядь, а кто у нас еще там может... Шелфир дает, блять. Кого, блять, я даже не знаю, кого поставить-то, блять. Да чарте всем такое оружие, че он будет бить, блять, без сокета, без чар. Зачарили, блядь. Слышишь, может этот, Мордаунт, может ты посоображаешь, в чем ты там, в холике, да? Чем отличается гер от обычки? Что там добавили нового? Это все то же самое, все то же самое, только бегать меньше надо. При каждом продвижении будет на тебя накидываться стак, который будет тебе дамажить. Я бегать по минималке надо. А кто это? Да, кто это? Кто это спросил? Полидрин ушел. Ушел, все уже. Да, да, Слава, на работу надо идти. Угу. Понятно, сейчас 400 и пойдем. Да. Ну, вообще, подсчитали. Давайте удачно закрыть Илану. Можно всю комнату давай пробежать. Угу. Что, еще тело где-то нам надо взять, блядь? Этот. Сука, хватит ДПСа, нет? Ну, если мы умирать не будем, то, в принципе, нормально. Мордаун, ты сообразишь кинетику в ромбике побить? Жезлом попробуешь? Она быстро падает. Ну, хорошо, я попытаюсь, честно. Ты попробуй. Если, короче, если не получится, блядь, не знаю, что делать, нахуй. Кого на кинетику-то полноценно ставить? Блядь, а кинетику кто бить будет у меня? Ты в босса будешь бить. Ты играй и то, но там как бы не успеваешь из-за того, что она быстро падает. Ее ронять тоже нельзя. Короче, ты в ромбике, Мордаун, стоишь. Если бьешь, значит бьешь. Бей жезлом преимущественно. Ну и так, время от времени, круг исцеления, молитву исцеления, кидай, и все, и похуй. А так, да, понятно. Остальное похуй, там 4 хила поработаю. На пулы, на Валанара Талдарама, на Лингрена напуливайте, напоминаю. Он двоих танчит, я келесит только. Топа тут. Так, все готовы, да я чё? 5, 4, 3, 2, 1.
Ну вот, чё это за хуйня, нахуй? Ворвался. Нахуя, блядь, спрашивается? Вар, блядь, ну что у тебя? 100% криты и всё. Изи. Вот Фокс, быстренько ресни его, пока кинетики нету. Там кинетику кто-то другой подобьёт. Ресни вара адму. Вторая пати. Всё, и дальше играем. Сука, вар, блядь, дай время на агро людям. Секунда смены цели, смотрим, кто будет. Все, келесит. Келесит объем, иначе мы хуй убьем. Это подбегите на пульщики на пульте, роги на войда. Я тут недалеко стою. Недалеко. Этот мистери уже стопай. Уже стопай. Не надо нахуй. Сорвешь, пизда будет. Я не заберу босса. Вихрь. Осторожно. Первый сдавал, Линдер. Да. Сейчас обмоя бы. Шелфир, смотри, там по агро. Отдай нахуй. На Талдарами Гера? Все, смена цели. Талдаром обейте. Да, Геру давайте. Верим. Забери сферку. Хуй, забей на сферы. Сейчас на них похуй уже целые 2 минуты. Сейчас они... новые появятся. Да, они появляются пока даже. На вихрях нормально все было, я смотрю, там вроде никто не сдох. Вот скоро будет Валандер, так что там грудинка должна откидаться уже его. Сука. Генетики, главное, внимательно смотрите. Если вдруг никто не бьет, орите, бейте сами нахуй, иначе выпадемся. Четко играем просто. Бля, нихуя закинула. Вот Валанор. Главное, когда откинул, там подбегаешь к боссам. Вот Адма, ты, сука, постоять не можешь на месте, блять. Или что у тебя? Тебе бегать надо до усрачки. Нахуй ты упала второй раз. Ладно. Сука, вот что это за залупа? Почему вы падаете, блять? До танка не дохожу, не достаю. Сейчас подойду. Так подождите, а, нахуй, 10 секунд, постойте, скиньте. Равист, Равист Реса и Спирита. Синтек, найди Адму и Ресни. Смена цели. 5 секунд, готовимся. Масс Сакру дал. Келли, идите бейте. Адму фулбаф, всех фулбаф, бьем Келли. ДПС у залупа какая-то, блять. Минус один играем, вы еще падаете, блядь. Кинетика вот что падает. От головы у совы там или у кого, блядь. Варанка прям в боссе. Да, смотрите осторожно. Ману залейте на вен. Вы поняли. Как там танк летает, то все падают. Ну, кинетика упала, полетела. Все, этого бейте Талдаром, идите, блядь. Варанка, варанка за мной. Синтек, хильд! Труиды по пятой ВП отсидайте, Эйнер. Да, и нора сами там раздайте, живите, у кого сколько маны. В принципе, успеваем 5 минут до берс. Ничего, и процентов сколько у босса? Больше половина? А, 57%. Это хуёво, нахуй, это вообще хуёво. Это не успеваем, это, блять, хуй знает, в какой притык мы идем. Ну, только чудо, блядь. Вот Адма то, что сдыхал, блядь. И Спирит, блядь, это большая потеря ДПС. Еще и ДПСер у нас на кинетике. Мат сакры нет. Сдал.
кинетика у ворот. Ребят. Да похуй всем. В ромбике Мордаунт ушел куда-то, убежал. С миноцели... Меня выбил. С миноцели 5 секунд. Бегите уже на Келя бить. Миленькие, уже бегите. Если вы не будете бить Келя, блядь, мы выпанемся. Нам нехуй тут делать. Хуярьте, больше ДПС по боссу, блядь. Воронка под боссом. Пять секунд смены цели над Талдаром, обегите уже. Воронка неудачно в миликах появляется. Да ёбаный в рот, Акиса, что с тобой? Ты сдох и опять встал и сдох? Вадикон, Акису резай. Не знаю, блядь, хватит, не хватит там на экзекутке. По хорошему телу надо, да и, блядь. Печально будет, если упадем. Просто 10 минут просто так проебали. Две секунды смены цели. Я что-то... Могучий вихрь скоро смотреть. Сдам сокру. На, после этого вихря давай бидон на ману ставь. Мордаунт на ману читай. Если генетика бьешь, то это перевьюсь. И бей дальше. Чисто, чтобы баф был на 20%. А, и спирит вылетел у нас. Я понял, блядь. На Келли, идите. Кинул всех. Две минуты берса. Телдрама на тебе эти. Давайте прожимочки. Ну и чё там, сколько хп у босса лямов? 15%, 15 миллионов. Минута, я хуй знает. Что-то, блядь, не верится за минуту. Можно. Попробуйте. 13. Бля, ребят, кинетик. Вам не надо бегать, если что, я подведу. На центр. Кто на центре будет? Out. 20 секунд. Да не. Да если бы вот не кинетика, вот последняя. Может быть, и вбахали бы его. Ну вот. 5 лямов.
Одного человека. Тот, который вылетел. Я, конечно, какое-то время не умираю, блядь, но сейчас, походу, помру. Четыре ляма, да? Ну это вот ДД, которого нету, нахуй. И спирит, блядь, и адма еще падал, блядь. Сколько он мог подамажить. Ну, что-то дамаг 9к. Там чарж бы шел покинуть тело. Ворвался. Какого антизги можно взять? Мага он того. Стандартная тактика варов. Он хотя бы бафнет всех РДД. А, заебись, блядь. Хилов, хилов резай. Шаману хилов. Да надо нахуй это. Чтоб хилы кинетик убили, блядь. Правда, ну ты бил, и чё? И как, она жезлом поднимается? Ну, там, короче, оно улетает иногда, бывает, с радиуса. Поэтому я просто у меня порчу вешаю, чуму вешаю. Погнали. По-моему, она не бьется дотами, не подлетает. Не-не, я достаю дотой, и она просто что-то ходит дотой. Сейчас я специально даже гляну. Но... Надо что-то делать, нахуй. Ну вот у меня 39 всепожирающей чуму. Все. Ну а если реально вот этого взять жуйболт? Ну и хули жуйболт, блять. Он на ФК стоит. Это челики балласт, они, блядь, не играют. Вот, три ботока вот сидит, почему? Вот он на ФК, блять. Натуралайз почему не играет? Токен, вставай. Просто так сидит в гильдии, да? Кто знает? Он же со взятого статика. Кто-то знает? Кто? Натуралайз, друид. Натуралайз? Ну да, ходил с нами. Ну, вот он, а сейчас... он так же, он, блядь, то как бы ходил, пока взятый был. Сейчас вот, когда взятый взял выходной, вот сейчас что-то уже, блядь, больше прошло времени. А, никто из нашей взятой десятки, нахуй, кроме меня, хули, Дринка и Мартауна, не ходит. Ой, щуки. Так что большого, ну, как смысла нету в нем. Если он, блядь, даже не просится. Ну. Просто выход. Ну, перерыв сделали, ребята, на время до этого РЛ. Почему бы нет? Ну, я так не думаю, что он вернется в ближайший месяц. Ну, месяц, в принципе, тоже можно нехорошо отдохнуть. Ну да. Я вот, допустим, сколько? Где-то полгодика отдыхал. Нет, человек... Я вот ему пишу в ПМ. Я вот ему пишу, ты играешь или нет. Он пишет мне в смысле. Вот мы, говорю, сейчас в ЦЛК 25 герц. Ты не играешь вообще? А вот он говорит, 25 не интересует. Сильно лагает. Да, РБК зато его интересует. Я понял. Там не лагает. Доброй охоты. В принципе, на крайняк я могу в ДДшку скинуться. 4 хила мы можем закрыть. О. Лучше синтек, чем ты. Ну да, хоть давай синтеку можешь кинуть. Нам хватает урона просто, ну не умираете и все. Пиздец. Ну да. И когда милики перебегают, например, с этого, они дебафы ловят там до 4, лучше их считывать там сразу заранее. Потому что они пока бегут, потом еще это, ну, откидывалка может еще быть, ну, дэмэдж. И в этот момент они как раз могут умереть. А я как раз пытаюсь всех засчитывать. Тут, конечно, РДДшникам надо постараться умереть.
Что там, минута две есть? Да я хуй. Да. Сейчас будет весь вечер у вас, потому что, блядь, вон, блядь. Спирит офнулся. Где вот он? Это ушла, блядь. Он там в сове ходит, блядь. Пизда, нахуй. Ясно, нахуй. Ну я и говорю, блядь. В обычках, нахуй. Будем просто в обычках играть, нахуй, хули. До посинения, нахуй. Я уже не знаю, нахуй. Слав, просто людей не хватает нам. Не хватает не просто людей, а нормальных людей. Не таких, как вот эти вот. Шмот. А хули шмот, блядь. Я тоже, может, шем там на АДК хочу, нахуй. Ну я же из ты этого... Ты в гильдии, в этот мессендж, когда ребята там чекают, лазят по гильдиям, их подыскивают, напиши, там, красочные, там, такой, ищем людей, там, на ЦЛК, и т.д., т.п. Не просто там нам нужны, и все, давайте в гильдию заебать. Таких, как он, тьма тьмущий. Ну, только, думаю, сильно бушит, ссать не надо им. Ну да, то есть, надеюсь, кто-нибудь залетит нам в основной состав. Так, пиши, в основной состав нужны люди. Это да, это прям. Ой, спирит выпал. Угу. Наверное, логается. В принципе, на крайняк можем это пуга. Последний день. Давай пуга возьмем, да и хуй с ним и пойдем. Чтобы он смотрел взорвал на эту хуйню, блядь. А чего нет у него? Какая ему разница? Он последний день, он все равно целка ХМ-25 не закроет. Так, посидеть, повайпаться. Ну, понятно, понятно. Жене плохо стало, аптеку ушел. В этого лагает, нахуй, РБК сидит. Короче, ясно. Система адекватности, я не знаю, нахуй. У нас вариативности нет людей. Я ебал такую хуйню, нахуй. Набрать надо побольше. По тактике проходим, видишь, количества не хватает. Нахуй это надо, блядь, люди оффаются и хуярят мне в дискорде. Нахуй это надо, иди отсюда, блядь, и все, нахуй. Все, забыть про нее, блядь. На циркуле уже давно все было ясно. Она тебе еще в личку что-то написала? Господи, ради одного пикселя, ёптая мать, этих травм, это какой, это, погоди, это третья целка ХМ, которую мы прошли, да, вот, грубо говоря, на следующий будет четвертая. Господи, это за три только одна выпала, а сколько их выпадет, это как говна, там все присты и все друиды. Мне кажется, мы ее распылять каждый РТБ. Да, вообще, блядь, пиздец, нахуй, людям-то похуй, людям надо сейчас, нахуй, а там хоть камни с неба, нахуй. У людей, ну, такая логика, блядь. С кровью из носа, говорит, дайте мне сейчас. У нас, блядь, база одетого шмота есть на персонажах, которым мы можем целка ХМ проходить 25. Все. А дальше мы просто здесь ходим и апаемся, улучшаемся. Ну, блин. База есть, и ходи дальше, а ты эту хуйню получишь, как и плащики, и кольца, всякую хуйню. Гандил, что до сюда у тебя прогресс есть, понимание есть, время есть, и остальное все хуйня придет. Не знаю. По-моему, это бред. Надо понимать, что это игрулька. Это ты пришел после работы, нахуй, расслабиться, да, нахуй, сам со знакомыми, нахуй, по войсу и все. По гильдии там. Социалочка какая-то отдельная. Да, да. Такая, по, как говорится, по интересам. Клуб по интересам. Ну да. А не то, что это типа твоя вторая работа, типа. Ну, да. Я не понимаю ее реакции, блядь. Она пришла в новый коллектив и что-то какие-то права качает, блядь. Ее неделю, блядь, еще не, блядь, она в гильдии состоит.
так вот будет каждый, кто-то новенький приходить и постоянно что-то качать свои права, начинать свои права вставлять. То есть новые правила какие-то. Ну, плюсы в ее сторону один. Ну, она отлично хилит. И понимает свой класс. Это вот прям... Отлично хилит? Ну, да. Ну, как хил. И Батя зарофлил нахуй. 3к хпса на Ктарксе, это ебать отличный хил. Нахуй пусть идет, блять, оттуда, туда, откуда и появилась. Отойду на минутку, чайку налью. Просто вы не понимаете. Мне она так сказала. Да. Блять, напоминает мне одного человека. Ну да похуй. Ладно, ладно, да. Че у вас там по десяткам? Есть что-то недобитое, блядь? Типа все, да? Вроде вообще все закрыто. До завтра. Ну, а Вать, смотри, можем пуга взять. А вон спирит психнул, блядь. Говорит, даже ребаф не дали. Вообще. Ну, у меня вот, допустим, вот в кару надо сходить, потому что вот у меня ноги на сову вот мои получили. А тебе в кару гет? Не, в обычку. Вот же я вот ноги полутал, вот эти носово. А вот ты теперь... не выбил других токенов, что ли? Или что? Не, так я же вот уже, я уже сколько месяцев хожу подряд, голова не падает вообще. Ну, нихуя себе. Ну да, на дроида. Ну там... давай, пойдем, сходим. Ну, попробуем, попытаем удачу. Мы недавно ходили для совы гильдейской, для друида-инвалида. Ладно. Два куска выпало. Это... Сабинных. Все, я ебал там. Это тоф. Да давай тоже. Реально доберем, блядь, 3 ДДшников пугов. Тут босса убьем хотя бы принца, блядь. Да, принца, и все. Ну, Войт, давай, ну, всего-то 3 ДД. Давай, ну, все равно пацана последний день. Поспам, типа, еще. Поставьте, пожалуйста, дис обязательно, потому что, блядь, я знаете ваших пугов. Ну, поспам, типа, людей. Ищите, если кто-то... Их не задача просто ДПСить. Нужно вот РДДшников наберем. Этих меликов не берите, РДД берите.